Онкология – это не приговор, а этап в жизни, который нужно пройти, говорят специалисты Кировского центра онкологии и медицинской радиологии. За последние 3 года они сделали рывок в лечении заболеваний. Врачи осваивают передовые медицинские технологии, развиваются новые направления противоопухолевой и лекарственной терапии. В регионе за последние 2 года смертность от злокачественных новообразований снизилась на 11%. Об этом рассказали в Кировском центре онкологии и медицинской радиологии. Этого удалось достичь благодаря современному оснащению учреждения. Так, с 2019 года центр первым начал обновляться в рамках нацпроекта здравоохранения. И на сегодняшний день для медицинской организации закупили более 120 единиц высокотехнологичного оборудования. Все это показали секретарю Генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. Вместе с главой региона Александром Соколовым он побывал в медучреждении в рамках рабочего визита в Кировскую область. Давайте покажем, с чего все начиналось. 4 года назад мы начали, как это выглядело. Здравствуйте, девушка. Если бы не наш президент, как бы все это выглядело? А выглядело это у нас вот так. В 2018 году были только такие аппараты для лечения злокачественных новообразований. Естественно, в общем-то... 2018. 2018 год. В 2019 году мы начали, благодаря президентскому нацпроекту, все начало меняться, и 4 года мы в этом проекте. Как сказал главный врач Центра онкологии и медицинской радиологии Сергей Бакин, лечиться сюда приезжают не только жители региона, но и больные со всей страны. Каждый год Центр онкологии посещает свыше 80 тысяч пациентов. Порядка 300 тысяч исследований проводится ежегодно. У нас есть онкопост, да. Вот, но со всех районов сюда поступают вот эти исследования, и мы прямо в течение 2-3 дней даем ответ в единую информационную систему. И порядка 300 тысяч исследований мы выполняем вот такой онкоцитологии в год. А лаборатория рассчитана примерно на 1 000 000 тестов в год. Мы используем еще не всю мощность, порядка 700-800 тысяч исследований. Познакомили гостей и с отделением радиотерапии, где буквально на днях закончилась установка 4-го линейного ускорителя и нового разметочного компьютерного томографа. В результате переоснащения отделение полностью соответствует современным стандартам проведения лучевой терапии. Активно идет работа по привлечению молодых специалистов. Только в этом году на работу в Центр онкологии пришли 19 новых специалистов.